В 2012 году в Курганской области прожиточный минимум пенсионера увеличится почти на 18% по сравнению с этим годом. С 1 января он составит 5077 рублей. Величину прожиточного минимума областное правительство утверждает во второй раз. До этого принимали цифру в 4934 рубля. Индексацию пересмотрели. Мы пересчитали, за базу взяли предполагаемую величину прожиточного минимума пенсионера 4438 рублей с учетом роста на 14,4%. И у нас получается на следующий год в проекте величина прожиточного минимума пенсионера в размере 5077 рублей. Это на 764 рубля больше, чем в 2010-2011 году. На совещании также рассмотрели вопрос предоставления жилья детям-сиротам в районах области. В этом году получить квартиры должны 286 выпускников детских домов. Такое поручение давал губернатор региона. Предоставили пока только 82. Не выполняет план Куртамышский район. Там должны были обеспечить жильем 27 сирот. Но, как отметил глава района, квартиры еще никто не получил. На вторичном рынке их приобрести не получилось, а новые еще только строятся. Начато строительство 15-квартирного дома, однокомнатной квартиры для детей-сирот. Значит, закончена кладка стен, положено перекрытие. Полтора этажа выполнены отделочные работы, работа также кипит. Я думаю, что в этом году, до конца года, мы этот объект получим. Еще 6 однокомнатных квартир районные власти закупили в строящемся 18-квартирном доме в Куртамыше. Он будет сдан к ноябрю. 6 сиротам выплатят компенсацию на покупку жилья. К концу года глава пообещал выполнить план и обеспечить 27 выпускников детских домов жильем. На будущий год в районе построят 30 новых квартир для детей-сирот. Юлия Король, Денис Мазин, Светлана Брагина, телекомпания «Регион 45».